копать! Дамы и господа, сегодня мы с Кехой будем продолжать искать сокровища бабушки. И будем их искать вот в этой огромной песочнице. У меня даже есть... Да, правда, песочница здесь уже немного покопана. Ух, какие там... Ого, вот это отверстие, вот это дырень! Жесть. Копать мы будем при помощи вот такого штукенцы. Прикольно, да? У меня есть ведерочко. Как прям в детском садике. В песочнице буду стряпать, точнее, буду выковыривать песок из песочницы своим ведерочком. В общем, суть игры — это копать, копать и еще раз копать. А-а-а, да! Мы копаем, копаем и копаем. Звучит, конечно, по-нудяцки. Давай по новой, Миш. Это просто перфекто. Давай по новой, Миш. Это просто офигенно кайфово. Наконец-то подобрал слово. Эх, жалко, нельзя открыть. А что там написано? Don't touch. Блин, а я потрогал. Что ж теперь со мной будет? Растаю, что ли? Или меня в песке там какой-нибудь угорь встретит или краб и откусит мне палец, которым я трогал этот ящик. Слышь, Вася, это ты там мой сундук трогал, а? А ну иди сюда. Что стало с нашим пляжем? Почему он стал бетонный? Кто его закатал в асфальт? Чуваки, что происходит? У некоторых крутых чуваков уже есть... О, разбетонировали пляж. Отлично, значит его обновили. Так, у чуваков есть лопатки, а у меня есть ведерко. Так, скромненько с уголка начну. Опачки. Какой-то я ленивый. Побыстрее-то нельзя, а? Надо срочно покупать лопатку. Воу! Нифига себе. Сразу сундук нашел. Вот это я счастливчик. Что же там? $8 в этом сундуке нашел. Офигеть. То есть на этом пляже и впрямь спрятаны сокровища. Блин, мой рюкзак заполнен песком. Я могу его продать, ну, этот песок, либо могу апгрейдить свой рюкзак. Давай посмотрим, что я могу апгрейдить. Так, апгрейд. Да, ближайший рюкзак, который я могу купить, стоит $150. А, во, вот это бунгало, куда я могу продавать песок. Так, 50, ууу, нифига себе, за 10 песка я получил $50. Выгодная сделка. Еееее, я насобирал $100, пойду прикуплю себе лопатку. Та-да-да-дам, лопата, теперь у меня крутая лопата. Эй, чувак, это здесь моя территория. Эй, какого фига, сундук, надо быстрее его откапывать, Ее, $8 забрал. Чувак, какого фига ты спустился в мою яму? Чё, песочницы, что ли, мало? Блин, фигово, что маленький рюкзак. Просто заполняется он нереально быстро. Вот уже нужно бежать продавать. Но хорошо, что хоть к продажнику нас телепортируют. Это очень радует. Два сундука. Офигеть. Я сейчас тут с ума сойду от шока. Круто. Удачно я копнул. Юху, теперь ты мой. 40 килограмм, наверное, 40 килограмм песка теперь я могу с собой таскать в таком вот рюкзачке. Покупаю. Вот так вот. $370. Прощайте. И новый мой рюкзачок. Привет. Так, подожди, а почему я его не одел? Как мне его одеть? Подождите. Я, наверное, экипировать не нажал. Ага, вот так вот. И теперь я еще перекрашу свой новенький рюкзачок в другой цвет. Например, в фиолетовый. Не, фиолетовый — это слишком гламурно. Перекрашу его в белый. О, самый сок. Ну, а теперь можно углубляться поглубже и искать более солидные сокровища. Я накопил $664. Еще бы $2, и было бы 666. Но, видимо, мне повезло. Адское число мне не попалось. А что мне купить? Я хочу купить себе новый совок, и он стоит $250. У меня есть 600, я могу за 600 купить. А я хочу посмотреть, что еще здесь есть. 8000, вот этот совок стоит, офигеть. Ого! А это что такое? Пылесос, это всасыватель песка. Динамит! А это, по-моему, металлодетектор. Точно, это же металлодетектор, зачем он здесь? Да, в общем, я хочу купить динамит. Мне срочно нужен динамит. Я хочу взрывать. Я хочу бомбалейло делать. Но сперва я куплю себе лопату за 600. Эта лопата копает... Здесь у каждой лопаты есть своя скорость, господа. Эта лопата копает со скоростью 1,5 секунды. И она сразу же может выкопать 4 килограмма песка. Шикарно, покупаю. Это прям мега
мегалопатище на данном этапе для меня. Ну-ка, если попробуем. По идее, она сейчас должна выкопать с двух раз вот этот блок, если не с одного. И... опа! И последний? Да! С двух раз! Офигеть! Это просто бомбезно! Ну что ж, мне нужно сейчас накопить $900, буквально чуть-чуть осталось. Но прежде чем я это сделаю, я предлагаю углубиться еще глубже. Под недра земли, так сказать. И пойдем мы вот сюда. Вау, как глубоко-то. Ох, так, а там еще глубже есть. Ничего себе, вот это тут ребята накопали. Так, чуваки. Ого. Нифига ж себе. Какой коричневый песок. Чуваки, здорово, я тут к вам присоединюсь, окей? Тут опасные типы копают с розовыми лопатками. И с розовыми контейнерами. Надеюсь, что мне это ничего не сулит, поэтому я помогу им раскопать поглубже. Опачки. У нас тут массовое копание. О! Мне показалось, или здесь был чувак, но он куда-то испарился. Наверное, мы его случайно закопали. Да, чуваки, будем долго... Так, я лучше к вам развернусь, вот так вот. Мы, наверное, здесь будем очень долго копать. Поэтому я буквально на несколько лопаток сюда забежал. Так что не бежать... Я просто хочу поднакопить на новый рюкзачок. О, все, ребят, все, давайте, пока. Бамбалейло. Ла-ла-лей. И я накопил себе на новый чемодан. Пойду-ка сейчас его прикуплю. Так, чемоданчик за $900 у меня должен быть. Вот он, 140 килограмм вмещать в себе. Боже ж, мои бедные ножички, как же они будут таскать 140 килограмм? Это ж больше, чем я вешаю. Фух, ну я, наверное, просто... крутяцкий муравей, который носит в 10 раз больше, чем он сам весит. Опачки! Ребята, я хочу вернуться к вам, к коричневым недрам. У вас там просто нереально большое количество песка. Посмотрю, насколько глубоко вы углубились. У них, кстати, не очень, так сказать, лопаточки. О, здесь никого нету. Ну ладно, я тогда покопаю. Помогу ребятам. Здорово. Так, здесь нужно раскопать 260... килограммов песка, чтобы мы углубились на один блок. Это серьезно. Это просто капец. Да, чувачок. Походу мы здесь будем надолго. Эй, ты куда пропал? Ну вот. Я теперь остался один-одинешенька. А, не, я же с кехой, я забыл. У меня же крутой кеха. Интересно, сколько я получу с этого контейнера? 140 килограмм песка. А вот мы сейчас с вами это и проверим. Телепортируемся. И... 700 баксов. 700 баксов за 140 килограмм. Слушайте, мне бы такую работу. Я бы целыми днями, наверное, копал и получал бабки. Где ж такую найти-то, а? От первого лица смотрится, как настоящий симулятор копателя. Копай, убирай, продавай. Пиратская жилка во мне. Да, о чем это я? Десантура приземлилась! Нифига себе! Чу-чу-чу. У меня, походу, на дне глюки. Вроде был чувак, и нет чувака, испарился. Жесть. Чувак, ты не глюк? Ты настоящий? Боже ж мой. Че у тебя с ногой? У тебя вместо ноги кость. Ты скелет? Ты зомбоящик? Ты зомбоящер? Или как тебя еще по-другому назвать? О, чувак с наушниками. Дискотека! Боже мой, у тебя слюни текут. Тебе срочно надо на поверхность. Как-то странно, здесь люди появляются и исчезают. Очень, очень магическое место. Странное, я бы даже сказал. Таинственное. Е-е-е! Сундук, сундук, сундук. Да блин, отойди. Быстро-быстро раскапывай его. 97 баксов за один сундук на таком дне. О-о-о-о-о. Я настоящий пират. Йо-хо-хо. И бутылка сока. Ромового сока. Всем на поверхность. Опа. 700 баксов в кармашек положил. Короче, спускайся на дно, спускайся. И тут такой, хопана. Чувак с такой вот сосулей, или как она там, чупа-чупсом, или полукругом, я не знаю. Ложечка для мороженого, как его. Ну да, это больше похоже на ложечку для мороженого. Копает себе здесь квартирку. Вы посмотрите, как здесь раскопано все. Сколько ходов. Вот таких вот товарищей я называю червями. О, куда-то исчез. Ладно, а я продолжаю спуск. Спуск вниз. Чё-то я здесь не вижу спуска вниз. А, во. Ю. Как выглядят раскопки по горизонтали? Два чувака просто смотрят в стенку. По-моему, они ловят глюк. Даже кеха словил глюк.
Поднялся я, значит, такой на поверхность сдать песочек. И такой хлыбыщ. Тут, короче, ребята психанули и всю песочницу решили раскопать. Просто вы посмотрите, какое здесь дно. Офигеть. Ну вы, ребята, психи. Юху! Воу! Да, ребята, конечно, психи. Я уже второй раз поднимаюсь, и тут теперь посмотрите, какая глубина. Офигеть. Мне кажется, как будто здесь прошла какая-то бурильная огромная машина. Хотя это все выкопали чувачки, обычные игроки. Вы только гляньте, вот это я удачно вскопнул. 3 сундука, это же роскошь. Нюкать, посмотрим, поскольку они. 48 баксов, 50 баксов и 52 бакса. Короче, я 150 баксов поднял только из-за того, что я удачно вскопнул. Здорово, девчонки. Че тут копаетесь, да? Ну, копайтесь, я не буду вам тут мешать. Копаю я, значит, такой копаю. Уже все накопал, у меня полная сумка. И хлыбыщ, гляньте только, какой фиолетовый светящийся сундук. Настоящий клад. Ну-кась, сколько с него дадут? Опа, 117 баксов. Офигеночка. Чупа-чупа-чупа-чупа-чупа-чупс. Оу-е. 65 тысяч долларов. Я наконец-то их накопил. И теперь я могу позволить себе купить... Чудо-всасыватель песка. Вот такую вот штуку. 20 килограмм в секунду. Вакуумный пылесос песочка. У-а-а-а. Наконец-то его возьму. Покупаем. Экипируем его. И нужно перекрасить. Каждая моя новая покупочка, это означает, что нужно... Офигеть. Вот это пушка. Катушка. Пушка-катушка. Нужно перекрасить. Для такого сурового... агрегата нужен солидный цвет. Я даже знаю какой. Розовый, конечно. Конечно же розовый, гламурненький. И сейчас, кстати, мы спустимся с вами на дно днище. Я тут выкопал яму такую офигеть глубокую, какую вы сейчас даже увидите сами. Пока летишь, ощущаешь гипноз. Вот смотрите. Опа. Ух, прилетели, все. Ну а теперь опробуем наш вакуумный пылесосик. Здесь у нас коричневый песок, как вы уже заметили. Обычно эти блоки по 500 килограмм. А мой пылесос может всосать 20 килограмм в секунду. Ну вот и посмотрим, на что способна эта чудо-штука. Погнали! Ух ты, какая она громкая! Капец! Сатона всасывает очень быстро. Блин, нужно было наушники захватить. Нифига не слышу, даже сам себя. Блин, ну она реально мощная. Очень быстро копается. Ух, сейчас-то я с ней денег столько назаработаю. Это же будет атас полный. Да, то чувство, когда в твоей яме или пещере очень грязно. Нет, только не ресет карты. Нет, только не это. Капец. Ну вот, коллапс. Я только купился гламурненький пылесос. Ну-кась. Сейчас затестим его. С какой скоростью я доберусь до дна? Ну, до коричневого песка. Такс. Хотя там уже песком-то сложно его... О, погодите-ка. Что здесь происходит? Я и не знал, что она пиликает. Только что она дает? Неизвестно. В общем, хорош страдать фигней. Поехали копать. Копай. Сейчас узнаем, насколько быстро мы доберемся до дна. Ну, как вы видели, пылесос у нас мощный, а рюкзак для такого пылесоса, ну, вообще не серьезный. Поэтому нужно прикупить что-нибудь покруче. Давайте глянем, что у нас там есть. А есть у нас Super Storage Backpack. Фу, блин. Короче, рюкзак на 1000 килограмм. О, за 3,6 косарей. Беру, 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 беру. Экипирую и понеслась, жарень. Теперь я 1000 килограмм могу на себе таскать. Кстати... Покомпактнее этот рюкзачок, тем у меня был прошлый чемодан. Ну, а теперь можно насладиться долгокопательством. Сундук обычного человека и сундук богатого человека. Интересно, сколько мне дадут за такой светящийся огроменный сундук? 366 долларов. Мощно. Итак,
1000 песка у меня набито в моем эпичном крутом рюкзаке. Посмотрим, сколько я за него получу. 5 косарей за 1000 килограмм снега. Ту, блин, песка. Короче, это мощно. На, шикарно. Опупительно. Все, я больше не могу ничего родить. Никакого крутого, завораживающего слова. Могу только скинуться.